Срок отбывания наказания исчисляет 23 июня 2017 года и за честь в него срок отбывания наказания в тюрьме во время содержания осужденного под стражей с 11 октября 2016 года до вступления в законную силу настоящего приговора. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставит прежнее содержание под стражей, вещественные доказательства, системный блок компьютера, два флеш-накопителя с USB-интерфейсом, два оптических диска, карту памяти с адаптером, после удаления файлов порнографического содержания возвратить родственникам осужденного, пластиковую карту Сбербанк на имя Галиева, одежду и белье, смывы с лица, рук и полового члена, срезы ногтей, образцы эпителия Галиевой и Зайцевой уничтожить, сотовый телефон Sony, сим-карты и карты памяти, наушники возвратить по принадлежности потерпевшей. Взыскать с Галиева Илфака Разикевича в пользу Зайцевой Ильсия Ильдаровны 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Процессуальные издержки оплаты услуг переводчика, взыскать с осужденного доход государства. Приговор может обжалован в апелляционном порядке Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе, также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокуратуры, либо апелляционной жалобы потерпевшими и законным представителям потерпевших. Подписал председательствующий судей ИПН. Галиев, приговор суда понятен. Порядок, сроки обжалования понятны. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».